сейчас есть, и у нас чуть автоматизм. Для начала надо понимать базу, с которой мы начали. Меня интересует, каким образом за этот промежуток времени мы запустим вот эту новый порядок или новую организацию работы по туристической привлекательности Таганрога. Я просто, как будет выглядеть вот этот кусочек? Вот здесь, вот с этой стороны и так далее. Так вот о чем разговор. Что вы сделаете с цветочным этим снова же оформлением, которое где-то напрашивается? У каждого должна быть задача. Это единственный путь, что можно сделать. С каждым лично, глаза в глаза, кто-то должен встречаться и говорить, вот твоя территория, нужно сделать то-то. Или вместе подумать, что нужно делать.